zawieszenie diety. A kim? Тогда я привели как простую рабы. И все были плачущие утром, упали из последних сил, но удерживал наполовину спустившуюся платье. Один из злодеев решил сорвать здоровье одежды, чтобы на веки покрыть ее имя позором. Но как бы не старался ее обнажить, Драупаде оставалась одеждой. Тогда злодеи схватили один конец тонкого материала и продолжали где-то раскрутывать. Но тщетно. На помощь Драупаде пришел Кришна и защитил ее добродетели с помощью пса. Я Сари. Я имею огромное разнообразие материалов, расцветки, украшения, драпировки. Я универсально неповторима. Я способна сделать художников полными, стройными, лишенными женственности, грациозными, серьезными, приветливыми, а легкомысленными, сдержанными. Я самодостаточна и естественна. Я величественна во всех формах. Я придаю облику женщин очарование и таинственность. Я сама женщина, изменчивая, текучая, и прекрасная. Лакшми, домой! В Индии считается, что повзрослев, девочка может оценить мое значение. И первое облачение в саре означает переход во взрослую жизнь. И вообще, дети очень непоседливы. Слишком скучно. И чтобы убедиться в моем разнообразии,
совершим путешествие по некоторым штатам Индии. В разных штатах меня изготавливают по-разному. В некоторых сразу ткут из цветных нитей, а в некоторых сначала ткут, а потом красят. Отдельно бордюр и отдельно полу, свободно свисающий конец. Сейчас вы меня видите в традиционном виде. Изначально изготовлением сари занимались только мужчины из касты ткачей, которым не положено было заниматься никакой другой работой. Самые же дорогие сари поручали ткать юношам с особо чувствительными пальцами. Изготовление сари – это вообще целая философия. Изготовление сари учит мудрости. Вообще, здесь я очень красивая и скромная. Меня изготавливают из шелка, хлопка, муслина, парчи, шифона. Это тонкий шелк. Причем в основном ручным способом. Самая красивая часть во мне это конец сари, называемый полу. Эта часть сари наиболее украшена узорами в виде символов, стилизованных изображений. Обращаю ваше внимание, что девушки одеты в сари способом, распространенным в штате Гуджарат. Особенность этого способа заключается в том, что сари одевают через правое плечо. И самый красивый конец сари полу открыт взором окружающих. Какая я бываю на свадьбе. Свадебная сари — это поистине настоящее произведение искусства. Как правило, я красного цвета и расшита бусинками, стразами, серебряными и золотыми нитями, зеркальцами. В дополнение ко мне на свадьбе надевается множество украшений из золота. Невеста вообще должна быть прекраснее всех. По названию штата, из которого он распространился по всей Индии. Да, кстати, вот и он. Thank you.
вот такая я бываю во всей Индии, во всем своем разнообразии. Спасибо огромное.